Вот тут уже начинается наша поляна. Я начинаю опять видеосъемку. Вот тут у нас наша небольшая, так сказать, туристическая группа. Группировка. Руса туриста. Облика морали. Облика морали. Это и есть поляна? Да. Вот она. Ну, вон наша сторона, вот. Туда пошли. Вот она. Пошли. Так это прямо около трассы. Это вот мы к широкой речке подошли. Я не знаю. Можно тут пройти и... Это наша мечта. Ну, вон собака. Так далеко. Тут выйти, это ради прогулки, это же мацион. Да, ради прогулки. Трасса будет. А везде трасса. Где везде? Лес везде. Нет, здесь-то ближе. К сожалению. Вон. Надо вот попробовать слезть. Ну да. У меня видеосъемка. Вот. Вас снимает скрытая не камера. Не скрытая и не камера. А вас снимает телефон. А у меня руки заняты. Собак. Да ничего нету, такие большие, добрые. Чем больше собака, тем добрее. Это вот эти маленькие собачки, они злые. Не-не, вот наше место. Пойдем, а там хорошо. Да. Там ну, ничего не жарите, сидеть, знаешь, нормально, лучше на солнце. Белого кота видела по дороге? Нет. А, он уже ушел. Мы видим большое белого кота. Ну, они были, я не знаю, есть ли сегодня. О! Они есть. Во! Не, на самом деле сидеть лучше на солнышке, просто чем вот в тени. Ну, кстати, да. Вот, загорать. Давайте, товарищи. Кому-то за солнышко.